Пошла. Сегодня мы идем вот в такое заведение, кофейню. Чего только не продают. Кофейня и сувенирный магазин от нас. Ждем кофе. Такое пироженка вкусненькое предлагают, но я не хочу. Еще какая-то сладость интересная, необычная. Ой, как интересно, мы принесли блюдо интересное. Ой, как интересно. Ну, что же там внутри? А мой с авокадо. Мило, очень мило. Ну, бургер это быстро съелся. Решили еще взять вот это. Это банановый кекс и сверху тут орешки. Какие-то фрукты. Ну, нормально. Кофе пойдет. Сверху это фисташки. А сам кекс приготовлен из банана. Тут вот компания сидит, а им американцы играют в карты и пьют пиво. Все было вкусно. Чао этому заведению. А со мной лялька играет, лапшу опустили. Ну, мы глянули. Вот так.